Приветствую, друзья, всех на канале Бульдозер 221. Меня зовут Михаил. И вашему вниманию на обзоре сегодня модпак багов, глюков, крашев и вылетов. Ну, это же, конечно, шутка, друзья. Но а если серьезно, с обновлением фермера симулятора 2019, с обновлением 1.7.1 в нашей любимой игре начало появляться столько крашев, столько всевозможных багов, столько зависаний, столько вылетов, что просто неимоверное количество. Мне в комментарии в группе ВКонтакте под видео всевозможные на почту приходит столько всяких, значит, вопросов, столько задаете вы вопросов, почему это не работает, почему это вылетает, почему вылетает то, у меня не видит это, у меня не видит то, друзья. До вчерашнего стрима я не знал, почему у вас такие получаются баги, почему у вас получаются такие глюки. Но после вчерашнего стрима, так как у нас начал глючить МТЗ-1523, наш любимый МТЗ-1523, до этого отличавшийся очень стабильной работой, не было с ним никаких проблем, Наймит работает с ним идеально. Это самый, наверное, лучший трактор, с которым работает Наймит идеально. Вчера начал так жестко глючить, при этом, что мы подключили всего лишь десяток какой-то модов, и он начал глючить на новой карте Рассвет. Я, конечно, не говорю, что это именно связано с картой Рассвет, нет. Скорее всего, здесь идет конфликтация с какой-то другой модификацией, конфликтация с какой-то дополнением, с каким-то скриптом. Значит, вот, друзья, я хочу, чтобы вы под этим видео, написали в комментариях, у кого еще есть проблемы с этой игрой. Какие-то глюки, баги, вылеты, краши и так далее. Я соберу все эти комментарии в одно, объединю все это в одно, может быть, видео, может быть, напишу качественное, грамотное письмо и отправлю после 11 января ее на почту разработчикам. Напишу им краткую проблему, опишу, что после вашего обновление 1.7.1 случается вот такая вот история у многих игроков, именно те, кто покупал эту игру, приобретал, получил бесплатно в Epic Game, в общем, и так далее. И очень хочу посмотреть на то, как мне все-таки они ответят, в чем же проблема. Может быть, они ответят, что выйдет какой-то фикс, может быть, еще что-то. В общем, друзья, все зависит от вашей активности. Чем больше вы напишите проблем по этой игре, тем грамотнее я смогу осуществить именно собрать какую-то базу, собрать грамотное описание и отправить разработчикам. И что они ответят? Мне это очень интересно. Как, на что они будут ссылаться, как они ответят, как они в целом посмотрят на эту проблему, потому как я смотрю, что прям у многих, очень многих есть краши, вылеты и тому подобное. Многих даже есть именно краши с новым DLC Alpine. Даже вот, казалось бы, не сторонняя модификация, казалось бы, все продается, покупается, все официальное дополнение, но даже с официальным дополнением у некоторых есть проблемы. Вот, друзья, надеюсь на вашу активность, пишите, оставляйте комментарии, все это дело я, значит, соберу и потом обязательно отправлю на официальный сайт Giant Software, именно в техническую поддержку. Если не получится в технической поддержке получить ответ, мы отправим это куда-то дальше. Буду добиваться, чтобы мне все-таки ответили. Вот, в общем, друзья, всех с наступающим, всем хорошего настроения, надеюсь на вашу активность и всем пока.